На спортивной затопило 3 этажа, и грипп уже близко. На канале НТР Новости, в студии Евгения Курбакова. Здравствуйте. Крупная коммунальная авария произошла накануне ночью на улице Спортивной. В одной из квартир прорвало батарею. Горячей водой затопило 3 этажа. Квартиры пострадали очень сильно. Долго не могли подключить электричество. Подробности в вечернем выпуске новостей. Роспотребнадзор России объявил об эпидемии гриппа в 20 регионах страны. В Татарстане, в частности, в Нижнекамске, случаев этого заболевания пока не зафиксировано. Рост ОРВИ гриппа ждут в середине зимы. По словам главного санитарного врача Рустема Изиатуллина, прогноз Всемирной организации здравоохранения в этом году оказался верен. В стране циркулируют те штаммы, которые ждали. А именно свиной грипп и разновидность вируса Б. Все они входят в состав вакцины, которой было привито население. В Нижнекамском районе прививки сделали около 93 тысяч человек. Из них больше 28 тысяч – это дети. Сегодня в 14 часов в Большом зале Дома Советов состоится большая конференция местного отделения партии «Единая Россия». На ней будет избран новый состав политсовета и секретарь местного отделения «Единой России». Ожидается, что в конференции примет участие глава НМР, мэр Нижнекамска Айдар Мершин и депутат Госсовета Республики Татарстан Рафис Бурганов. К акции «Стань Дедом Морозом» присоединились ученики 4-го Д-класса гимназии номер 2 имени Баки-Урманче. Они принесли канцтовары, игрушки, сладости, книги. Все, что заставит улыбнуться любого ребенка. Проявили дети и творческие способности. Специально для НТР они сочинили стихотворение. Но я напомню, что акция «Стань Дедом Морозом» продолжается. Всех желающих принять в ней участие вместе с подарками ждем по адресу Химиков 64А. А перед Новым годом наш штатный Дед Мороз подарит их тем детям, для кого этот год оказался непростым. О погоде. За окном минус 24 градуса мороза. Завтра обещают снег и потепление до минус 16 градусов. Связаться с нашей студией можно по телефону 400770 или оставляйте сообщение на сайте ntr-24.ru. Наши новости выходят каждые 2 часа, потому прощаюсь ненадолго. Оставайтесь на нашем канале.